Зайку балалайку? Нет, зайка. Это не зайка, это свинья. Зайка-свинянька. Вот смотри, есть свинка. Свинка 5,99. Это пасхальные игрушки начали свою распродажу. Зайка 5,99, такой вот классный. И еще есть мишка. Такой замечательный мишка. Какой-то он без ухи. Это не мишка, это этот. Ленивец. Ленивец, тоже 5,99. Thank you. Всем привет! Привет нашим подписчикам, привет гостям нашего канала. Вы сегодня на канале «Наша жизнь в Америке» New Life It's My Life. И мы пришли в магазин 99 центов, чтобы продолжить свои покупки. Куда мы идем, дорогая? Моя дорогая сегодня немножко приболела. Совсем приболела. Сегодня в разделе «Купи за 4,99». Опа! Вот такие классные. Я вот так не хочу взять. Это что такое, скажи? Вот здесь коробочка. А, это микс каких-то печенюк? Мы же такое покупали. Здесь 12 пакетов. Давай покажем. А, всего получается 45 пакетиков. 36,9. 12, 12, 12, 9. 45 барчиков, а вон написано. Я бы не через телефон тут обычно не вижу. Килограмм 280 грамм. И стоит, как я вам показал, 4,99. А приправку Кнор не будем брать? Я смотрю, я не знаю. Кнор вкусен и скор. Давай возьмем. Сколько оно стоит? Давай возьмем. Вот такая вот банка 112 кубиков. Цены не видно, но, наверное, 99 центов. Возьмем, на кассе узнаем. Мне горошек нужен еще. Поехали за горошком. Так, горошка у нас с той стороны, он развернуться не должен. Мы двигаемся в отдел с консервами, чтобы купить горошек. А оливки, огурчики? Огурчики надо посмотреть, есть ли, а горошек, который он тоже хотел. Какой мы замечательный вот этот, вот слазенький. Ага. Одна баночка 99 или 79? 79 центов. Давай вернемся, огурчики посмотрим. И возвращаемся за солеными огурчиками. Давай. Нет, они не соленые, они как маринованные, или как это правильно их назвать? Ну, ну в общем, да? Если кто-то ел болгарские огурчики во времена, нет. Хотел сказать, советского режима. Нет. Ну, в те времена, короче. То вот, вот здесь вот. Они стояли. Сегодня их, к сожалению, нет. Сегодня есть только... Что это сладкое? Ну, короче, вот есть вот такая вот... А, ну это типа рагу. Огурчик, лучок, перчик. Ну, мы хотели огурчики. Ладно, покажем огурчики в другой раз. А сейчас двигаем куда? В овощи, потом в аптечную заварку. Ну, сейчас вот вы видите, я иду вдоль макаронного ряда. Все макароны стоят 99 центов. 340 грамм. Вот такие вот меленькие совсем, как буквочки алфавит. 200 грамм. Есть побольше пачечка. 453 грамма. Это, видите, цельность... Ну, короче, с твердых сортов, они не развариваются, очень хорошие макароны. Вот такие вот. Просто некоторые слова, когда читаешь по-английски, хочется переводить их на русский, и получается нескладно, с окончаниями и некрасиво. Поэтому вот так получается иногда. Вот такое вот шампанское брюд. Наша калифорнийская 4,99. Дорогая уже где-то чего-то нахватала, пойду посмотрю. Она без меня и без вас рванула вперед по холодильникам, не догнать ее. Так, что она схватила? Так, я вижу вот такие вот два перчика красных. Зайка, почем перчики? 20,99.
Два за 99, сельдерей. Один пучок 99. Так, а мы же какие-то похожие качанчики в Сан-Славе брали. Там салат, а это просто капуста. Мне надо капуста. Там был салат, а это просто капуста. Да, это плотненькое, а те не плотненькие. И этот вот качанчик, он тоже 99 центов стоит. Вот здесь вы видите наборы салатов, миксы по 99, по доллар 99. Кому пристал? Пошли возьмем бананы. Бананы по 49 центов за паунд. Я, наверное, вот здесь зайка возьму, не очень желтые. Давай две возьму, одну зеленую возьму. А ты подойдешь ко мне, чтобы я погрузил? Берем две связочки. Одну зеленую, которая будет доходить. И одну, наверное, вот такую я желтенькую возьму. Да, вот хорошие, не битые. Ой. Бананчики зацепили. Зая, лимоны у нас есть? Лимон есть? Пакет лимонов, 2 паунда, доллар 99. А вот есть такие 99 центов. Это, если я не ошибаюсь, будут сладкие лимоны. Так, а еще я хочу купить себе дыньку для салата. Пойду найду. Это всякие картошки. Сладкие, не сладкие, обычные. Так, моя дорогая уже картошку зацепила. Значит, это вот такой вот пакет картошки. В нем будет 8 лб, 3 килограмма, 620 грамм. Зайка, а ты не видела такую дыньку, вот как я хочу себе в салате? Стороны не было. А, вон она, наверное, там, за бананом. Пойду поищу. Груши. Берем груши. Сколько в пакете, расскажи нам. Зай, посмотри, потому что они все хорошие были. Сколько? Что там у нее написано на этом? Вон там будет видно, но или нет ценника. Нет, конечно, я думаю, что здесь правильно. Нигде не видно, что почем, какой хоккей с мячом. Ладно, разберемся на кассе. А я хочу дыньку. Не увидел. Хочу купить. Да, вон она лежит. Мне Маришка добавляет вот такую дыньку в салат. Может быть это, а может быть это. Вот такая вот. Это не совсем, как бы, скажем, дыня, которую можно купить в Беларуси такую сладкую. Она, короче, это канталупис, наверное, доллар 99 за штуку. Потому что рядом ценник на папайю 99. Ну, в общем, вот это какая-то такая штука. Я люблю, когда мне Маришка ее добавляет в салат. Наверное, я возьму вот эту вот более желтую. Отличный отдел, чтобы купить чего-нибудь глотать, короче, от простуды. Найдем мы что-нибудь. Вон, я вижу, уже робитусины всякие, зайка, есть внизу. Вот, смотри, робитусин стоит. Нет? Я вот эти хочу, которые пить. Пить? Пакетики. Так, может, два взять? Да. Разные. Мета, мед, лимон. А вот смотри, еще какой есть. Красный эти хочу. Это что там, шиповник? Малина. Это другие. Да, я покажу. Короче, берем вот такие вот порошки. Ну, скажем, это аналог Терафлю. Вот кому интересно, можете все это дело посмотреть, почитать. Значит, это будет вот такой вот мед с лимоном.
и малиновый. $1.99 стоит коробочка, в коробочке 6 пакетиков. Моя любимая там еще что-то пытается выбрать. Зайка, еще что-то берешь? Да не снимай ты. Да ничего страшного, ну поправишься, котик. Куда еще это? Все? Туалетная бумага не надо? Пойду салфетки посмотрю в машину. Куда? Ну, так, это для аукциона. А здесь не знаю, для какого аукциона. Сейчас будем покупать и расскажем. Так, вот я беру себе вот такие вот салфетки. Упаковка 175 штук. Это надо в машину. У меня в каждом сиденье торчат салфеточки. Там специальные держатели есть. Вот. И сейчас нам надо купить Катаринке в класс для аукциона 5 каких-нибудь предметов. Так, это я для Антошки, Сереж, покупаю. Для... Так может и Катаринке такую взять? Ну зачем? В общем, что такое аукцион? Дети, когда учатся, зарабатывают определенные баллы. Эти баллы переводятся в виртуальные деньги. И потом, через некоторое время, когда они там что-то отучились, ну, какой-то период приходит, у них проводится аукцион. У кого больше денег, тот может купить себе больше каких-то вещей. Но чтобы что-то купить, как говорится, надо что-то продать. Поэтому родители покупают. Ну, кому что нравится, кто что считает интересным, нужным, отдают это детям, они заносят в школу, и потом каждый за свои деньги может купить. Ну, в общем, как-то так. Вот, сейчас мы находимся в 99 центах канцелярских товаров. Вот. Все, что вы видите, все стоит $1. Это и ручки, и карандаши механические, и какие-то маркеры, и какие-то хайлайтеры, мелки, фломастеры, точилки. Где всякие кпати товары, может быть, мы там что-то. Что-то я не вижу для 5-4 класса здесь ничего такого, что... А что ты хочешь купить? Ну, я не знаю, может, это все-таки игрушки какие-то должны быть, или ты считаешь, что... Посмотри, какую я интересную ерунду увидел. Вот эта вот штука называется... Прикольно. Аэрфраер. В ней можно готовить картошку фри. И стоит она всего 29,99. Готовить картошку фри в ней можно без добавления масла. Эта штука готовит ее путем горячего воздуха. Короче, она гонит горячий воздух и готовится картофель фри. Вообще во всех магазинах такая штука стоит порядка $100-130 в зависимости от производителя. И в общем это очень... Какая-то сладкая интересная цена, но мы об этом подумаем. Просто сейчас у нас нет времени не смотреть ее, не думать, потому что нам надо гнаться за ребенком, быстренько забирать его. Я что-то думаю, что мы, наверное, и эти сейчас сувениры покупать не будем. Так а в чем дело, зайка? Давай купим ручки какие-то, фломастеры и все. Какая разница? Ну а что ты здесь будешь покупать? Вот эти пати-дудки или что? Помнишь, здесь как-то мячики эти были, какие-то. Ну, пошли там, уберем это. В общем, мы возвращаемся в канцелярский отдел. Покупаем какие-нибудь фломастеры. Ну, ты помнишь, когда мы для Антона покупали, ну, какие-то интересные эти ручки, красивые, а какие-то. Сейчас найдем интересные ручки. Смотри, можно взять набор ножниц, например, ну, даже. Классно. Нет? Окей. Зая, тачку сам потолкаем. Короче, набор маркеров. Бери вот этих вот хайлайтеров. Берем вот такой один набор. Вы все прекрасно знаете, в общем, что это такое. У нас они называются хайлайтер. Короче, это выделять текст. Раз. Взяли. Механические карандаши. Да, бери набор механических карандашей. Все это будет стоить $1. Ручки разноцветные. Ну, прекрасный набор. $1. Можно взять... Что? Можно много чего взять. Так, а почему бы не взять вот это, то, что ты, Антоша, взял? Что это такое? Точилки? Набор точилок. Ну, можно, мне кажется, это... Ну, вдруг кто-то набор точилки по любасу можно. Давай карандаши возьмем, вот эти вот желтые, которыми дети пишут. Что... Зай, ну кто захочет их покупать за свои какие-то заработанные денежки? Ну, ты подумай, да? Сам их и так дать.
Ну, может быть. Ну, давай купим, может быть, записную книжку, вот как Антоши брали какую-то или еще что-то. Вот можно купить вот такой вот. Нет, понял. Давай купим салат. Зайка, смотри, они пользуются вот такими штуками. Зайка, смотри, красавчик. Ну, давай. Красавчик, вот. Такой блокнотик и что еще? Ну, у нас 5. А, 5 уже получается, да? Ну и все тогда, посмотри. По-моему, 5 есть, да? Нет, наверное, 4. А, нет, 5, все. Все, мы купили 5 предметов. 5-й это получился блокнот для записи. Что? Антошка. Или может Антоша, зай, смотри, есть вот такая, да? Здесь еще есть стирка, точилка и стирка. Поймешь. Зайка, давай возьмем вот одну такую, а здесь и решетка, может. Ну давай. Все, побежали на кассу. Все, побежали на кассу. Все купили, что хотели. Так, а что мы по этому? Может возьмем? Почему? Стирку? Не, зай, пошли на кассу, мы не успеем, потом подумаем. Попользовал, покушал с ней и понял, что она тебе нужна. Так, мы идем быстро на кассу. На кассу барабасу. Ну все, выйдем с магазина, расскажем вам, что получилось у нас на чеке. В общем, пока мы с вами где-то гуляли, Маришка еще схватила вот таких вот печенюшек. Вес 369 грамм, они стоят $1. Вот такие вот печенья полностью в шоколаде, тоже 369 грамм, тоже $1. И еще где-то там я видел на кассе 3 бурачка, они тоже стоят 99 центов. Вот. Ну вот, собственно, все, что мы купили в 99 центах. Чек получился 35.01. Ну, я напишу точно сколько. В общем, порядка $35. Это с лекарствами, которые упаковочка стоит по $2. Ну и с подарками. А, для школы там канцелярские товары. То есть там порядка где-то $6. В общем, столько за продукты я выделю, отдельно покажу. Все. А на этом мы с вами сегодня прощаемся. Это был канал «Наша жизнь в Америке. New Life. It's my life». Спасибо всем, кто был с нами. Подписывайтесь на наш канал, кто впервые пришел. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. И на этом мы с вами прощаемся. Бай-бай. До встречи на просторах YouTube.